Ребята, а что вы сделали с Brawl Stars'ом? Я только что зашел в него, и я его просто не узнаю. Это не тот Brawl Stars, который был! Если вы не понимаете, о чем я вам говорю, я вам сейчас покажу, как на изи апать 35 ранги багом с помощью усиления. Если тебе интересно, прямо сейчас поставь лайк и подпишись на канал. А теперь... Погнали в игру. Во-первых, начнем с того, что разработчики недавно добавили вот такие вот штучки-дрючки, которые я прокачал полностью по фулу. Это вот такие вот некие усиления, которые дают определенные бусты персонажам. И нас с вами сегодня интересует определенный бустик. Я вам сейчас покажу какой. Но перед этим я хочу вам напомнить, что в игре сейчас много продается разных интересных акций. Продается новый Brawl Pass. Если вы не знаете, где задонатить в Brawl Stars выгодно, надежно и безопасно, то любую акцию и любой донат можно сделать в моем магазине Holdy Games. Тем более вот эта акция продается за деньги. Просто переходите в Telegram, нажимаете кнопочку «Купить», ссылка будет в описании. Нажимаешь любой товар, который тебе нужен. Потом нажимаешь кнопочку «Купить», вводишь свою почту, оплачиваешь товар, тебе приходит код на почту, этот код пишешь сюда боту. И гемы или акция у тебя на аккаунте. 100 тысяч игроков каждый месяц пользуются моим сервисом. Все довольны, всем нравится, все классно, все безопасно и быстро. А если тебе нужен донатик от меня, а я сейчас доначу своим подписчикам, то в моем телеграме, во-первых, проходит конкурс на новенький БП, а также на новенький iPhone. Да, я впервые в истории разыгрываю... Не, второй раз в истории разыгрываю iPhone 16. Новенький, просто. Если у тебя плохой гаджет, лети, скорее участвуй. Такой эксклюзив и халява бывает редко. И последнее. В еноте. Кто тапает енота, тоже топ-100 получает БП. И у нас сейчас проходит giveaway. Топ-100 человек получают у нас... Топ-100 человек, которые пригласят друга в наше приложение. Енот — это приложение, где ты тапаешь, зарабатываешь деньги. Так вот, 10 игроков пригласи, просто добавь друга 10 человек и получи новенький Brawl Pass на халяву. Короче, ссылка на енота тоже в описании. Лети, пользуйся. Ну что, а теперь давайте я вам расскажу про фишку. Во-первых, мы будем это делать... В режиме 3x3 ШД, это новый ШД, в котором я еще до сих пор не играл, а игра мне говорит: «Холдик, запусти стрим, ты уже пятый видос подряд обещаешь постримить». Я говорю: «Хорошо, я сделаю стрим в скором времени». Какой бустик, точнее усиление из этих всех нам дает некое преимущество? Да вот же он, называется Хлюпик. А что же он делает? Бойца полностью окружает исцеляющая аура, такой кружок возле нас, и лечит наших союзников, заряжая наш супер. Но после использования супер появляется дополнительный кубик усиления. Я вам сейчас покажу, как эту тему обузить и как нафармить очень много банок в ШД. А помогут мне в этом, внимание, тиммейт Сосиска Киллер и второй, угадайте кто? Никогда не угадаете. Котик. Бравлер Котя! Вам не послышалось? Это он? Это реально ты? Алло. Да, да, это я. Ребята, я еще жив. 2,5 года отсутствовал. Всем привет. Ты откуда взялся? Кто вообще помнит кота? Ребята, кот — это тот, кто набил себе татуировку ворона на спине. Просто загуглите в ютубе татуировка ворон или как-то так, короче. Кот — это где мы снимали много всяких трэш-видео на лайв-канале. Короче, алды, кто помнит кота, быстро подписались на него. Ссылка на него в описании. Ну а мы... Погнали в катку и покажем баг, да? Поехали в игру! Итак, нам обязательно нужны персы с этим хлюпиком. Это у нас кот и... Бравлер Кот играет на коте, и я на Берри. И третий у нас Брок, который должен своим вот этим усилением раскрывать карту, потому что карта закрытая. Смотрите, ни одной банки... Да, она закрытая, но очень открытая еще при этом. То есть, если просто была бы закрытая, ну да, нас... было бы нам намного проще. Ну да, у нас центр закрыт. Короче, нас ни одной банки, заметьте, пожалуйста, заметьте, ни одной банки. Мы идем в угол, начинаем получать урон от дыма, начинаем хилиться автоматически и еще хилимся с помощью наших способностей. Сам по себе персонаж хилит нас, смотрите. И юзаем ульту. И тем временем у нас уже 3 банки. У нас ни одного бустика не было в начале игры. Снова заходим в дым, снова получаем урон, снова себя хилим атакой. Ой-ой, главное не умереть. И снова юзаем ульту. Все, на ульте мы хилимся. Мы... Стоп, надо похилить это тиммейта. Нашего дамажат. Так, надо, да, хилим тиммейта, чтобы не быковал никто. Так, вот тут немножечко нам мешают. Юзаем ульту, я юзнул ульту и сдох. Ой-ой-ой-ой-ой. Нас атакуют, нам не повезло. Так. Так, ну, у нас 9, в плане 9. Карта реально плоха. У нас уже 9 банок, ребята, 9 банок. И я продолжу сейчас. Давай, давай, давай. То есть мы продолжаем получать урон и начинаем... Ну, я, правда, без банок, это очень плохо, очень плохо. Потому что я мало фармлюсь сейчас, очень мало.
Но буду стараться сейчас расфармиться как можно быстрее. Ой, куда я юзаю этот? Юзаю ульту. Так, у них, у моих тиммейтов по 10 уже банок. То есть, в принципе, нормально. 4 команды осталось, смотрите на это. Просто мы фармимся. У меня же 4. У меня уже 4, я только резнулся. Сколько у вас? Видишь, вот так вот проще, когда кустиков меньше, видишь? Да-да-да, когда кустиков... Ну, потому что у них тиммейт... Ой, эти... бравлеры под кусты. Так, хорошо. Боже, ну мне... Это мы реально очень мало, конечно, профармили, потому что нас зарейдили. 16 банок мало? Посмотри на это. Ну да, на самом деле можно больше. 4 команды еще до сих пор. Там есть видосик, где 50 банок целых кто-то добывал. 50 банок? Я в шоке. Так, юзаем ульту, еще одну. Так, 9 банок у меня. А что мой гаджет делает? 20 банок? А, сильную атаку, просто он дольше держится. 20 банок, что это? Что это, брат? Пытается убить. Ой-ой-ой-ой-ой, три команды, три команды. Очень спасает. Пацаны, топ-1! Топ-1! Я еще хотел банку взять. 126 банок, вы видели? Это с учетом, что я сдох! Что это? И это мы играли на 900 плюс кубка, вы понимаете? Это не мелкие кубки. Это 30-й ранг. Давай еще. Еще одну катку. Давай. И это нам немножечко подруинили соперники, потому что они нас кильнули в начале. Хорошо. И это у нас не было ни одного бустика, да, в начале? Ни одного ящика. Вообще ни одного, то есть мы это все чисто своим трудом трудом залутали. Боже, офигеть, боже. Кот, я вот, я, во-первых, в шоке, что снова видос записываем. Это сколько лет, сколько зим, как говорится. Но об этом на стримах, друзья. В общем, ой, нашего тиммейта кинули. Ё-моё, ля. И только не по нашу душу, главное, чтобы не по нашу душу. Главное, чтобы дали расфармиться, то есть фишка, вся фишка в том, чтобы дали расфармиться вам. И все, и тогда вы просто непобедимые будете. Смотрите, просто ждем тиммейта, да? Возможно заработать 50 банок. То есть тут не обязательно брок в этой карте. Просто, ой, в этом режиме. Просто брок. Конечно. Почему? Потому что карту нужно раскрывать. Да-да-да-да. Возьмите еще одного хилера, он тоже вам будет проносить банки. Да-да, на самом деле, так, подхилить. Да шо ж он умирает, ладно. Ну, я взял не самого сильного тиммейта, если честно. Да ладно, на тиммейта пофиг. Главное, что мы фармим банки. Вот это самое главное. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, помогай. Да как я тебе помогу. Что происходит? Я вообще ничего не понимаю. О, Брок живой. Да что он сделает? Блин. Ну да, логично. Он сдох. На самом деле это было не очень. Да черт. Ладно, погнали еще одну каточку. Сейчас мы апнем 1000 таким вот способом вообще налегке, ребята. Так, ну что ж. Поехали, еще одна каточка. Блин, обидно, что мы прошлую слили, очень обидно. У нас бы был сейчас винстрик. А, кстати, у союзников там тоже Берри есть, и походу там так же само делают. Кстати, да, про эту тактику еще может немного людей знает. Напишите в комментариях, знали вы, ребята, про эту тактику или не знали. Блин, ну я немножечко в шоке, если честно. Так, ладно, поехали. Все, сейчас, короче, как только появляется дым, мы начинаем себя хилить, жестко хилить. Так. Хилимся и дамажим. Вся наша тактика. Главное не сдохнуть. Ульта, поехали. А, я, кстати, от твоего тоже вроде хилюсь, что нет. Да я не знаю, вроде бы как, да. Ой, я чуть не сдох. Угу. Так. Я очень жесткий. Так что в яде вот не 7 получится. 7 банок! 7 банок. Боже, как быстро фармится. Брок продолжает там пока что кустики убирать, это очень это хорошо. Это хорошо, да. Блин, ну ШД это такая тема, конечно. Тут как повезет. Если на тебя не налетят, то вообще на изи. Там, наверное, тоже фармятся пацаны. Мне что-то такое чувство. Предчувствие такое нехорошее. Да, потому что там есть этот тоже конь. А зачем тут просто конь в этом режиме? Не, это просто взлом игры, ребят. Это все, у нас все три тиммейта прокачанные. Я думаю, что мы сейчас развалим. А, продолжаем просто качаться пока. А когда эта тема появилась? Я просто об этом только сегодня узнал. Ну, появилась там... третьим уровнем появления. То есть третий уровень, пока начали выбивать, то, может быть, кто-то прошарил за эту тему. Я совершенно случайно в видосике это узнал. То есть, там, если... Сколько банок? У нас 19 мои. Банок. Ты вообще в курсе об этом? Там еще баночка есть, я бы ее забрал бы с удовольствием. Давай. Нет, не буду пробовать. Так, я тебя хилю. Боже, сколько у нас банок, нас никто убить не может. Я не могу, мы просто не останавливаемся, мы бесконечно фармим банки. Но у меня уже почти 20 000 хп.
Интересно, сколько там у наших соперников? Ну, увидим потом. Мы пока что до сих пор тут даже не дрались. Мы не, да, ни одной тычки не несли никому. Ну вот Брок по-нормальному уже сыграл, то есть кустики пораскрывал, нам, к нам тут не подходили, потому что тут берут персов для кустиков. Боже, 28 банок, с ума сойти. 9. Боже, эти... Какая-то не... 30 банок. Обалдеть. Я... Это пипец. На самом деле, это какая-то лютая жесть. Это лютая жесть. Давай еще одну катку. Но учтите, это работает только если реально вы вначале успели расфармиться. То есть, если вам не дадут расфармиться, это со временем, ну, как бы люди поймут фишку эту и научатся это контролить. Но да, пока мне первые... кажется, что будут ходить потом по краю карты и смотреть, что делают. Да, но вот если дадут, если вас не трогают в углу, а сейчас вроде, ну, еще никто не догадывается, что ты там в углу делаешь, то все, это забей, ты там так расфармишься, что до центра, когда дойдешь, у всех будут шары по 5 копеек, когда у тебя 20 марок, а ты в центр идешь. Так, ладно, давай еще. Так. А, сразу... кстати, ребята, вы напишите в комментариях, как вы считаете, какой лучше будет, ну, сборочка вот для такого вот бага. Ну да, мы, кстати, мы рандомно взяли персонажей на хил, чисто кота, но... Ну, кот взял кота, потому что... Помнишь, ты говорил, что Мяумида не добавит в игру или что-то? А ты заметил, что кота это чисто с моего персонажа срисовали? Помнишь, у меня был концепт? Конечно, кота? Конечно, конечно. Украли у тебя, запатентовали и украли. Не, я тебе отвечаю, тут и кубок, ну кубок вот этот вот, ниток у него есть, и расцветка, как у меня. Я тебе отвечаю, это мой кот. Да. Капец, ребят, ты не веришь, да? Ну... Не знаю, мало, кто-то вспомнит вообще кота канал старый или нет? Мало кто тебя, во-первых, знает. У меня, наверное, если что, сейчас рамочка как раз с тем самым котом. Так что, опять же, зайдите в видосик и сравните того кота, что у меня нарисованный, и что нарисованный вот здесь в игре. Ну так, потребуй суперсел, чтобы они тебе выплатили штраф или что, я не знаю. У нас 10 банок! Нет, 10. Вообще, если честно, я выставлял того кота на Reddit, так что, скорее всего, не проходит. Ладно, разрешил суперселом, разрешил суперселом использовать, друзья. Так, блин, ну слушай, сколько у нас банок? 13. Страшно, все равно страшно. А, так вроде... все уже, тиммейт нормально уже понял, что делать. Видишь, он тут подкрывал кустики и все, теперь нам не мешают. Ну да, боже, 15 банок. Но все равно как-то стрёмно, как будто мы не бессмертные. Боже, ну у нас да, просто да, да. Бесконечно фармится эта штука. Боже, три команды осталось, мы даже ни с кем не сражались. Я в шоке. Неужели мы выиграем это? Ну да. Главное понять, когда нас захотят убить. Да-да-да-да, главное не сдохнуть сильно от дыма. Так. Что мы гаджет делаем? Брок реально пооткрывал кустики и все. Да-да-да-да-да, все, и к нам не подходит. То есть он как старожил, он должен... Банку мы пооткрывали. Он должен нас дефать всегда. Ой-ой-ой. Опа. Кирься. Да-да-да, я сейчас под себя буду накидывать. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что так больно? А что так больно? А ты умер, что ли? Я умер? Так я ничего не понял. 26 банок. Топ-1! Еще один топ-1 плюс винрейт. Косарь кубков набили. Я... Что, еще одну сыграем? А, как хочешь, что ты скажешь? Давай на 1000 плюс, давай, сейчас проверим, как на 1000 плюс отработать. Ну, я пока что... На стриме что скажешь, хотел бы так играть? Я пока что в шоке. Не, ну, пока вроде рабочая. Ну, опять же, непонятно, насколько стабильно. 35-й, интересно, можно взять этим багом? Так, ладно, погнали. Мне кажется, что все-таки возможно. Ну, опять же, не на этой карте, потому что тут мы затычку сделали Брока, хотя могли бы еще одного хиллера, еще больше банок лутать. Сейчас надо научиться еще... То есть тут же ПМ, к примеру, мне кажется, или Пока. Надо максимально быстро научиться фармиться. Так, дым появляется, все, пошла возня. Все, у тебя уже... Капец, ты быстро ульту фармишь. Ой, нашего Брока жмут. Ё-моё, лянь на них. Так, я попытаюсь сейчас. О, хорош. Блин, я почти убил его. А у них 10 банок, откуда? Как они быстрее нас расфармились? Ай-яй-яй-яй. Не знаю. Не, откуда? А как у них 13 банок? Как они расфармились? Это, кстати, чё, Винстри? Я так понимаю, что не в центре. Вот глянь на карту, как она выглядит. Там в центре, походу, банки. Они просто зашли на уверенных и зафармили. Не, ну вот... Да, вот просто я не понимаю, что происходит.
Так, еще одна попытка. Так. Берут, боже, всех подряд, боже. Угу. Тут вообще не угадаешь, какие пики клацаются. Это жесть какая-то. Ну, мне честно, режим реально понравился. Я бы хотел, чтобы его оставили в игре. Конечно, его не оставят. Ты тут не был, когда монстра яйца были, там вообще усиления были жесткие. Ну, мне говорили, что это какой-то конченый режим был. Давай еще так, больше в угол отойдем. Поехали. Ну нафиг. Так, поехали, потому, да. Что, видишь, там уже подходит что-то. Так, хилимся. Да хилимся. Дамажусь и хилюсь, я чтоб не сдохнуть. Не-не, то я себе говорю, просто зашел в я-то, оно не дамажит. Так, хорошо. То есть за дамаг дает ульту и за хил, да? Не-не, только за хил, только за хил. А, дамажиться ж надо, чтобы хилилось. А, чтобы хилиться, да-да-да-да-да. Да. Наш тиммейт сдох, блин. Брок уже там подох. Я надеюсь, что к нам просто не пойдут. Да-да-да-да-да, нас... А... Плохо. Это такое. Все, пошли отсюда. Так, хилимся. Блин, убегаем. Я банку хочу забрать. Давай, давай, забирай, забирай банку. Я дальше продолжаю фармиться. Угу. Ой, ты шел, да. Я чуть от дыма не сдох. Так, Брок. Брок уже три банки залутал. Ну, мы фармимся бесконечно, они нет. Но наш минус это то, что мы не активные. Мы пассивные, чисто на пассиве фармимся. То есть у нас сильно такого... Сильного дамага нет, то есть мы не сильные игроки. Но мы фармимся. Поэтому мы... реально, пусть там продолжат в комментариях свою сборочку, как они видят. Все, топ-3. Кого лучше бы с хиллером брать. Ага. Уже, так уже а топ-3 это все еще минус. Тут же всего 4 команды. Ну я знаю, я имею в виду уже топ-3, говорю, кого-то вынесли. У нас 17 банок, нам не должны подходить. Тихо-тихо, братанчик, хилься. Я последний раз, наверное, юзанул ульту и буду держать на всякий случай. Так, все. Берем, берем, берем. Бля, сколько банок. Давай нашего Брока нахиливать, ну, дальше. Да. Давай. Забей, просто ну топ-1. Просто топ-1. Да. Я не... А что нам дали плюс? Винстрик не сбился, кстати, почему-то. А, класс. Потому что за третье место тут не сбивает Винстрик. Короче, друзья, тактика рабочая, я вам показал. Мы фармим до 20 банок этим багом. Это просто какая-то лютая жесть, лютая жесть. Я, если вы хотите стрим, 15 тысяч лайков, я запущу прямую трансляцию, мы поапаемся прямо на стриме в ШД. С вас лайкосик, подписочка. По-моему, это лютый баг, не? Да. Подписывайтесь на канал Кота, ссылка в описании. Увидимся на стриме, если ролик понравился. Пока!